Добрый вечер! Сегодня у нас мероприятие. У моего ребенка день рождения. Я праздную дни рождения своих детей здесь все равно. Всегда выхожу в какой-то дорогой ресторан. Вернее, не выхожу, а выводят меня. И вот мой дорожайший супруг уже пришел. Сейчас мы с друзьями поедем. И я нашла платьице, которое никогда не надевала еще. Оно смотрится как костюмчик, но вот эта вот кулиска, она просто пришита. Сверху на платьице так и получается, как будто бы я в костюме. Вот такой вот получается образ. И я надела такие босоножечки, сабочка от Джессики Симпсон. И возьму с собой гессерскую вот такую сумочку. Она тоже у меня черным и серебром отделана. Вот такая, пойду в ресторанчик праздновать день рождения. Наряд дня уже давно не делали. Лето красное, наряжаться не хочется. У нас очень жарко. И я нашла вот такую вот огромную жемчужину. Она мне нравится. Здесь она великолепно так легла. И тоже жемчужины на руку. И жемчужину сюда. И есть у меня вот такое колечко от Сваровски, блестящее. Блестящее, блестящее. Пусть оно у нас сегодня посверкает. Духи я какие-нибудь сейчас брызну и пойду праздновать. Моей девочке сегодня уже 31 год. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.